соблюдайте чувства, проявляйте уважение и сдержанность по отношению к другим зрителям и работникам стадиона. В связи с вступлением в силу антитабачного закона, воздержитесь от курения на трибунах и курите в строго отведенных местах. Спасибо за понимание и содействие. Держали, и класс шерифа взял свое. Смотрим забитые мячи и опасные моменты сегодняшнего матча. Моментов было много. Вот так Жо Сантос тоже вышел на замену. Пробил в штангу из выгодной очень ситуации. Так бил Вадим Пайрель. И Кристиан Аврам вытаскивал мяч прямо из угла штрафной площадки. Из угла ворот, конечно же. Смотрите, вот красиво очень в девятку прямо выцелил. Еще одна атака шерифа, и вновь на острие был Вадим Пайрель, не попал в ворота. А вот и гол, который перевернул сегодняшний матч. Подача Матео Сушича, и именно футболист с фамилией Сушич завершил сухую серию шерифа, которая продолжалась достаточно долго, чуть меньше двух матчей по сумме, если смотреть. Академия очень редко атаковала, но были у нее такие полумоменты, я бы сказал, полушансы были. Вот как один из них, который мы с вами посмотрели. Ну и осталось нам посмотреть только последний гол. Сейчас мы увидим еще один момент в исполнении Жо Сантоса. Вперед упал Сушич. Передача. Нет положения вне игры у Раду Гонсаря. Штрафной Гонсарь. Продолжает он здесь красавить. И что? Нет пенальти. Нет пенальти. Показывает, что... И смотрим вот здесь. Пробросил мяч Раду Гонсарь. Был ли здесь контакт, мяча коснулся. Сложно сказать, летел ли мяч в ворота, но в любом случае Кристиан Аврам его отбил. Ну и последний гол уже на исходе добавленного времени. Йосип Иванчич отправил мяч в ворота Академии. Поздравляем вас с победой, хорошего вам окончания рабочей недели, хороших выходных. Увидимся во вторник, компенсированное время на ТСВ. Всего доброго, обязательно увидимся.